Всех приветствую, с вами Александр, я продолжаю играть в модификацию ОГСЕ. Нашли мы в тайнике стрелка информацию. Стрелок, у меня хреновые новости, клык погиб, тебя не застал, зря ты один к центру зоны пошел, впрочем, дело хозяйское. И у кого и где тебя искать, знаю, призрак. Призрак оставил сообщение стрелку, а нам остается выбираться из подземелья и идти по заданию Сидоровича, а именно нужно выпилить базу военных и получить у них документы. Да, пришлось выпилить всю базу военных. Мячелый, я сообщил о тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Отчет следственной группы. Появляется у нас заметка. Так, сталкер, это Крот. Есть срочное дело, буду ждать тебя на заводе Агропрома. Также сообщение получаем от Крота. Я думаю, сначала заглянем к Кроту на завод, а потом уже отправимся в бар. Так, будет правильнее. Добрался я до Крота, который находился на заводе. Также я облутал все тайники, информация о которых я получил с трупов военных и прочее. Радиация минус 15, подобрал вот такой замечательный артефакт, вспышка на выносливость плюс 91. Теперь остается пообщаться с Кротом. Привет, я получил твое сообщение, что ты хотел сказать? Да, мне снова нужна помощь, в прошлый раз ты спас мне жизнь, я об этом не забуду. Но сейчас у меня, как видишь, появились люди, мы можем обосноваться на этом заводе, сделать базу для сталкеров, чтобы сдержать оборону. Нужны оружие и патроны. С оружием у нас пока все нормально, патронов нет. Продолжай. Короче, послал я недавно людей. Есть знакомый прапор воинской части на кордоне. Он нам за гордость артефактов 5 ящиков патронов вынес. Кажется, я знаю этого прапора. Может, и знаешь. Так вот, когда мои ребята были уже почти на свалке, они нарвались на патрульный вертолет. На свалке аккурат возле депо. Их уже ждал взвод вояк, который, скорее всего, таки передали координаты. А тут еще и выброс не кстати начался. Я догадываюсь, что патроны ты так и не получил. Не совсем. Один из той группы вернулся, раненый, еле дополз. Они заранее обговорили, что в случае форс-мажора встретиться здесь на агропроме, возле ЖД-тоннеля. Он ждал сутки, затем добрался сюда на завод. Притащил один ящик, остальные остались где-то на свалке, возле депо. По словам Димона, ну это тот сталкер, который вернулся, там есть катакомбы, в которых он и пережил выброс. Думаю, что остальные притаились в том же районе. То есть ты хочешь, чтобы я нашел тебе те патроны? Точно, патроны нужны край просто. Возьмешься? Хорошо, пойду на свалку, посмотрю, постараюсь найти тебе твои ящики. Отлично, я знал, что ты выручишь. Итак, ящики тяжеленные, а ты, смотрю, на Рэмбо не похож. Хех, не обязательно нести все ящики сразу. Можешь искать по одному. Два, понимаешь, их всего 5. Один приволок Димон. Осталось 4. Удачи, сталкер. Хорошо, такая появляется. Пошла жара! Задание по поиску патронов для Крота. Возможно, я выполню это задание. Посмотрю, сколько весит один ящик. Или, возможно, буду попутно выполнять. А сейчас я продвигаюсь в бар. Или если найду ящики на свалке, скорее всего, принесу их к Кроту, если получится за один раз. Не спешу я двигаться по основному сюжету, который мы так все прекрасно знаем. Все-таки решил я помочь Кроту с его патронами. Нашел один из входов в катакомбы. Давайте попробуем отыскать эти патроны. Да, видим первый ящик. Ящик с патронами. Вес 18 килограмм. Кстати, я поставил максимально переносимый вес 100 килограмм. Сам лаунчер при запуске игры позволяет это делать. Поэтому почему не поставить, если можно. Ну, как бы я не хочу 10 раз бегать туда-сюда на агропром, на свалку. Возможно, потом я убавлю вес. Как бы это слишком большой вес, я считаю. Тоже не стоит ставить. Это немного нереалистично. Но с данными ящиками я применил такую комбинацию. Да, вижу еще очередной ящик. Второй ящик у нас. Давайте еще осмотримся здесь.
Да, третий ящик, и у нас остался еще один ящик, и я думаю, есть смысл прочитать часть задания. Также Димон сказал, что один или двое сталкеров побежали за, за мусорную кучу напротив депо. То есть, по определению, здесь не будет четвертого ящика, поэтому нужно выбираться отсюда. И попробовать поискать еще один ящик за мусорной кучей. Здесь где-то были бандиты. Также с огромным весом я могу быстро перемещаться. Это мне позволяет делать замечательный артефакт вспышка, которую я нашел на территории Агропрома. Выносливость плюс 91%. Так, подходим мы к мусорной куче, который должен быть... Не буду я пока брать артефакты, потому что, по всей видимости, у меня и так будет перегруз. Подходим к мусорной куче, за которой побежал сталкер. Или сталкеры, как сказано в сообщении Димона в наводке. Так, вижу слепых псов. Их очень много. Не знаю, хватит ли у меня дроби, чтобы перестрелять их всех. Какие-то подвисания у меня появились. Так, радиация начинает кушать меня. Но у меня также присутствуют мощные артефакты на вывод радиации из организма. Так, и что здесь? Я не наблюдаю мертвых сталкеров. Да, вижу, смотрите, какая-то дыра. Интересно. Так, надо быстрее продвигаться. Очень сильный фон. Нет, все-таки мои артефакты справляются с этим фоном. То есть выводят. Да, смотрите, какое-то убежище. Такого раньше не было. Здесь присутствует еда, какая-то пластинка. Что это? Советская эстрада. Стоимость довольно-таки большая. 1000 рублей. Весит всего ничего. Поэтому я с собой возьму ее. Возможно, кому-нибудь продам. Да, смотрите, четвертый ящик. У меня почти перегруз. Я думаю, сейчас я выберусь отсюда. Но ящик к роту я понесу уже в следующей серии. А с вами был Александр. Всем пока.